Пане Сергію, от в законодавстві, тобто зараз ми бачимо ініціативи, зараз хочуть прийняти закон щодо грального бізнесу. З вашої точки зору, що там потрібно, що там потрібно зробити в цьому законі, що там головне в цьому законі потрібно вписати, щоб в нас гральний бізнес був соціально орієнтованим, а не таким диким, як зараз? В першу чергу, звісно, хотілося б из антагонистов государства и бизнес сделать партнеров. Понимаете, для меня, как человека, который уже поработал за границей и вернулся обратно, очень больно наблюдать, когда государство выступает вроде некого ракетера, который назначает сумму, и ему неинтересно, как работает бизнес. Да? Почему? Потому что ведь мы понимаем, что социально защищенный, скажем, социальный аппарат, он не даст больших доходов, потому что эти доходы откуда берутся? У людей из карманов. Поэтому, когда государство назначает большие цифры, оно говорит, вытащите у людей эти деньги, для этого надо использовать самую гадкую технику казиношную, которая не имеет пределов ни ставок, ни вот этого выигрыша, и отдайте нам сюда. Но вы не должны разводить лудоманов. Понимаете, вот сегодня такая позиция государства, а это палка о двух концах. Если мы хотим, чтобы у нас было не больное общество, здоровое, то мы должны уменьшить налог. И здесь возникает ситуация, что такое партнеры? Партнеры – это люди, которые выполняют определенные действия в компании, которые четко контролируют этот бизнес и получают свою долю от этого бизнеса. И здесь должно происходить то же самое. Сегодня как бы, наш новый президент сказал, мы все в этой стране президенты. И у нас должна быть коллективная работа в этом направлении. Мы должны открыть этот бизнес, полностью открыть. Открыть до такой степени, что в каждый аппарат, в каждое игровое устройство должен быть вмонтирован специальные протоколы, которые будут считывать информацию в реальном времени, показывать, какие деньги зарабатываются на этом. Потом у нас обязательно должны быть маркеры, именно социальные маркеры. Мы должны обратиться к врачам, завести реестр, который сегодня предлагается, значит, и определить вообще, сколько у нас этих лудоманов. Найти наиболее эффективные методики их лечения. Не допускать их в залах. В 2015 году был принят шикарный закон о доверительных послугах, который позволяет сегодня человеку сертифицироваться. И мы можем на базе этой сертификации, человек приходит, перед тем, как играть, ну, отправь, получается, он может этот сертификат отправить, получить смс-ку и поставить свой код. И получается, мы будем точно знать, что он не в базе данных, и ему есть достаточное количество лет для того, чтобы он играл. Понимаете? Это можно автоматизировать вот эти вот вещи. Мало того, если мы видим, что у нас поднимается уровень лудомании, все, стоп. Давайте мы понизим уровень ставок, давайте мы понизим выигрыши, давайте мы уберем какие-то объекты, где наиболее этот очаг развивается. Понимаете? И вот здесь, естественно, коль мы понижаем, значит и налоги будут понижаться. Но тогда мы как партнеры с государством, мы смотрим со всех сторон на этот бизнес и честно зарабатываем. Понимаете? Пускай небольшие деньги, но в стране нет нелегального бизнеса, который работает на теневой карман. Доходы идут в бюджет, и мы контролируем социальную сферу. И вот когда, наконец-то, чиновники и бизнес перестанут друг от друга бегать, да, вот эти кошки-мышки, когда мы сядем за стол переговоров, и люди поймут, что надо все открыть и просто сказать, сколько вы хотите от этого бизнеса? Вот столько. Ага, вот столько рентабельности. Мы же можем все посчитать. Бизнес – это простая вещь. Он работает от калькулятора. Мы берем калькулятор и считаем. Понимаете? Здесь можно определить и количество денег, которое пойдет государству, тот минимум, который будут зарабатывать бизнесмены, тот минимум, который будут зарабатывать производители игрового оборудования, потому что это тоже как бы некий сектор, который мы можем развивать в Украине. И это новые IT-места там для... Дякую, зрозумів.